В «Жемчужине Сибири» стартовал летний чемпионат России по лыжным гонкам. И начался он сразу с двойного тюменского успеха. Серебряную медаль завоевала Елизавета Пантрина, а бронза на счету Екатерины Смирновой. Обе спортсменки уступили москвичке Анастасии Рыгалиной. Причем проиграли совсем немного, порядка 10 секунд. Все три лыжницы являются подопечными Егора Сорина и тренируются в сборной России. Вы не думала, что так может сложиться, потому что те года я, проигрыши очень высокие были, и поэтому второму месту я очень рада. Ну, конечно, 5 секунд – это маленький проигрыш, но ничего, будем работать дальше. Я перешла во взрослую команду, я вышла с юниоров и в молодежь, объем больше стал, поэтому, я думаю, есть прогресс. У мужчин в аналогичной гонке шансов на успех у тюменцев было гораздо больше. Здесь принимали участие титулованные спортсмены. Олимпийский чемпион Денис Спецов и серебряный призер игр в Пекине Иван Якимушкин. Однако попасть на подиум им не удалось. Спецов стал 8-м, а у Якимушкина только 11-я позиция. Выиграл представитель Республики Коми Илья Семиков, мощно прошедший всю дистанцию. Серебро взял Савелий Коростылев из Пермского края, а бронзу у москвича Алексея Червоткина. Рад победить сегодня. Несмотря на то, что летние соревнования там считаются какими-то пробными тестами, все равно приятно победить в такой компании. Как раскладывал силу по гонке? Разложился, как всегда, обычно на гонках раскладываемся. В принципе, все получилось, как и планировал. Чемпионат России продолжится завтра. Лыжники пробегут спринт. Старт гонки в 11 часов. Прямые трансляции смотрите на телеканале «Тюменское время». У меня же на сегодня все. Отличных вам выходных.